Валентин Мурзин, 64 года, видное. Кто имеет право на получение материальной помощи от государства? Какими должны быть жизненные обстоятельства? Либо семья, либо гражданин должны быть признаны малоимущими, то есть средний душевой доход одиноко проживающего гражданина, либо семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, которая установлена в Московской области. На сегодняшний день это 11 229 рублей установлена величина. Значит, ну и второй критерий, значит, гражданин либо семья должны находиться в какой-либо трудной жизненной ситуации. Никита Смолин, 27 лет, видное. Я люблю активный отдых. Однажды участвовал в квесте в Москве. Возможно ли подобное времяпрепровождение в Видном? Это возможно в городе Видное. 13 декабря в воскресенье в 4 часа стартует квест от кинотеатра «Искра» со автостоянки. Квест пройдет в формате 3-4 часа. Игра командная. Команда – это экипаж автомобиля. Для этого нужно иметь любой гаджет, смартфон, который подключен к интернету, достаточно 3G, а также подключена GPS-навигация. Ольга Васильевна, 42 года, видная. Очень люблю наш театральный коллектив «ТВИД». Видела спектакли «Тетки» и «Палата бизнес-класса». Когда ждать новых премьер? После Нового года коллектив вплотную займется постановкой двух новых спектаклей. И в апреле мы выпустим оба спектакля. Название не буду говорить, это будет сюрприз.